Всем привет! Что ты, Назар, пришел? Что там, прям мороз? Так я тебя машиной отвезу на бассейн и заберу в бассейн. Назара радость. Карантин продлили. Вот и вчерашний сюрприз. Что ты там опять накупил? Господи! А что, нельзя? Дурдом. Вот. Так, ну домашнее задание с понедельника выложат на сайте опять. А сейчас гулять! Ну ты ж все уже тебе доделал задание, поэтому да, можешь расслабиться. Да. Привезла Назара на бассейн. Ну ладно, все, мам, я пошел. Подожди, дверь не открывается. Мам, давай домой поедем. Он меня уговаривает. Может, поехали домой? Я так не хочу. Пожалуйста. Такой лентяйка ты, сынок. 3 раза в неделю на английский пошел. Еще плюс плавание. 1 раз на этой неделе плавание. И что? Факт остается фактом. Фактом? Да, конечно. А вот там, кстати, вон, видишь, белое, здесь белый женщина, купол, Назар? Здесь женщины. Что? Видишь, вон, это белый купол. Это есть каток, я знаю. Мы там, вон, белый купол такой, как гора снега, ощущение сдалека, да? Нет. Да, мне снег все время кажется... Такой, это у нас здесь каток, мы хотим как-нибудь сходить на него. Женщина, да? Здесь снимать запрещено. Камеру вырубай! Камеру вырубай! Это не ори, ненормально. Иди давай, все, надоел. Я поехала. А я сейчас поеду... Давай, едем, давай. А я сейчас поеду, вам покажу, где я раньше работала. Заеду к девочкам на ювелирку и покажу, где я работала. Риниточка. Последнее место работы до того, как мы в Польшу уехали. Риниточка. Все, Назаршка, беги. Так, вот я приехала, вот это ювелирный магазин, давно хотела показать вам, где я работала. Сейчас покажу свои окна и зайду к девочкам. Коллектив здесь был офигенный. Вот это окна в мой кабинетик, где я работала в отделении ломбарда. Был ломбард внутри. И вот сейчас я двери покажу, там, правда, уже его нету, уже сделали такую кладовую, или что они там сделали. Вот здесь сразу охранник у нас, Санька, сидит. Вот эти двери. Вот эти двери. И здесь было сверху написано «Ломбард». И вот там я работала, сидела. Там открываешь, такое окошко было. Сейчас не покажу, уже ничего нету. Вот. Ну, короче, а это магазин ювелирный. Здесь я иногда себе что-то покупала. А, я ничего не покупала. А что это, я сережки у вас купила, да? Колечко. Точно. Да, да. Купала вот так красивенько. Тут уже, правда, ремонт сделали, чуть-чуть было по-другому, но все равно было классно. А здесь у нас была кухня, экскурсия. Здесь я обедала с девочками. И не только так тихо. Да, вот такая здесь все миленько. В общем, просили меня показать, где я работала. Вот я и показала. К сожалению, отделение закрыли, поэтому пришлось всем уволиться. И, ну, не потому что, а потому что его закрыли. В общем, как-то так. Назар бежит с бассейна. Так долго переодевается. И что-то смотрю, по-моему, мокрая голова. Я его сейчас прибью. Вообще не высушился. Сына, у тебя голова мокрая или мне показалось? Мокрая. Закрывай двери. Ну ты с ума сошел? Я сушила. Ну я вижу, что торчит. Плохо высушил. Да, нельзя такое делать. Ты что, ты менингит хочешь? Это ты сегодня так или даже когда сам едешь? Нет, сегодня только. Я очень надеюсь на это. Назар, отнесись к этому серьезно. Мне сушилка попалась, которая где-то сантиметров в 10 от меня была. Вот так. Ну приподняться надо было, может быть. Ты хочешь, чтобы я вот так минут 10, да, стоял? Ну, да. Спорт заодно. Ну все, поехали домой. Как ты занимался? Все в порядке? Устал? Скучно. Чего? И устал. Это хорошо. Я уже переоделась, собралась, помыла голову, привела себя в божеский вид. Ой, а где сережка? И еду назад к девчонкам. На работу они закончат работу, и мы хотим куда-нибудь сходить.
пообщаться. Сейчас Серик меня отвезет. Вот, мы иногда встречаемся с коллективом, общаемся, дружим, короче. И будет мой сменщик бывший, с которым мы работали, напарник, коллега. Вот. Стой, стой, стой. Уже стой. Ой. О, все. Магазин. Блин, хотел поехать развернуться, так такое движение началось. А все ж едут с работы. Поедь в объезд, наверное, чи как, не знаю. Вот там развернуться можно. Вот, короче говоря, да. Не нервничай. Короче, едем. Все. Его. У нас новый день. Да, на солнышке тепло, солнышко жарит, прям шкварит. Вот, мы втроем выбрались из дома. Там Назар. Не хочет. И наконец-то мы Назару поедем, сейчас купим эту конопиццу, его любимую уже, он сколько просит. Вот, и еще поедем, мы высмотрели в магазине одном, как называется он? Магазин «Территория звука», там закрывает хозяин магазин и крупная распродажа. Короче, хотим посмотреть, что там есть. И что за распродажа и вообще. В общем, выбрали из дома. Посмотрим, чего как. Мы возле конопиццы уже заказали, ждем. Назар вон пошел, вон она. Вот. Взяли сок вот такой Назару. И нам Сережка колу. Стоим. Запахи пришли. Пахнет. Наши любимые. Сосиски в тесте, мои любимые. Да нет, это не сосиски в тесте. Да лучше. Оно горячее сейчас еще. Ну, ничего, да. Страшного, я его таким съем. Ты в руках не удержишь. Я и не такой. Может, поехали уже к тому магазину, а там... Давай так. Давай, буду держать. Поехали. Слушай, тут какое-то прям движение с этими полицией. Что там происходит вообще, ты понял? Нет. Смотри, еще полицейские подтягивают. Ну, это тут не путай, полиция и охранники, они как-то одинаково одеты. А, то охранники. Ну, тут еще не, охранники. Полиция написана на спинах. Вон полиция. Еще подходят. Это же здесь были вот эти учения, якобы учения, когда ты Назара от выстрелов закрыл. Да, здесь стреляли. Это когда я еще работала там в ломбарде. Мы сейчас находимся возле той работы, которую я вам показывала. И Назар ходил туда на английский, к репетитору. Ну, в ту сторону. Да, на английский же он ходил? Да, да, да. Это было летом, и каникулы летние были. И здесь, короче, собралась толпа людей. Это рынок у нас здесь центральный. Собралась толпа людей. И я Назар позвонил, что что-то там отменили занятие, да? Что я тебя забрала назад. Угу. Как-то так получилось. И мы вот так с ним возвращаемся, переходим через дорогу вот туда, на ту сторону. И я в эту толпу людей полезла посмотреть, что же там происходит. И тут... начинается стрелянина такая, прям как очередь с автомата. Боже, я как пригнулась, Назара с собой накрыла, чуть на землю не упала, бежала. В общем, тут всех эвакуировали, всех освободили рынок, всех людей. Глянь, вон сколько их уже. И что-то показывают, что там произошло, непонятно что. А может ДТП, то мужика, что забрали, машина вот торкнула, что он хромал. Торкнула? Так да, а что, хромо же сбила его? Ну, сбила, не сбила, но он ходил. Ну, я так понимаю, уехала, да, убежали, видно, с места. Обалдеть, сейчас конечно. Сейчас камеры будут смотреть. А здесь камеры есть? По-любому. Да? Да, что-то такое прям тут у нас происходит, непонятно. Ну и, короче, стрелянина такая, и мы забежали, а у нас же охрана в магазине. Я забежала с Назаром в наш, ну, в Золотой туда, где я работала. Позакрывали все здесь магазины, все заставили закрыть, и мы сидели. И тут такая операция захвата происходила. В общем, было жутко, конечно. Но я так испугалась. Я поняла одно, что я... ребенка закрою с собой однозначно. Вообще, даже ну, не, мысли не было. Это все на автомате. Я его накрыла с собой. Придавила. Да, вообще ничего не понял, что происходило. Ты помнишь сына? Ты даже не испугался? Я такой, как испугаться, если ты даже ничего не понял?
А потом смотрели в интернете, в общем, писалось, что это были учения. Но ну да, это же неправда. Явно не похоже, потому что один из убегавших забежал за магазин «Золотой». К нам во двор туда. И забежал в тупик. То есть он убегал не зная куда. Да, и за ним побежали полицейские. В общем, в конце концов, его когда вывели, то у полицейского было разбито лицо. Да, скорая была, в общем, да. И стрелялось это часа 4, это все происходило. Ну, там, насколько я слышал, даже что-то бахкало только. Бахкало, да. Ну, не взрывчики такие, ну, явно не бомбы, не гранаты, потому что не настолько был звук, но что-то да. Ну, короче говоря, жутко. И оцепление было на вот эти все кварталы, да, все стороны. Ходы, выходы были закрыты. Все ходы-выходы прямо, ну, за квартал. В общем, территория такая была охвачена хорошая. Вообще капец. Так, ну что, поехали? Мы потеем, смотри, стекла. Едем домой с магазина. Ничего мы там интересного не увидели. Вот. Дядька прикольный. Да, дядька прикольный. Сделали вывод очередной. Боже, погода офигенная просто. Сделали очередной выход. О. Вывод, что-то я прыгаю с темы на тему. Очередной вывод, что вот эти вот рекламы закрываются, распродажа, цены там т.д. снижены. Это все заманухи. Никто там не закрывается, я так понимаю, да? Mm-hmm. Просто так вот, как магазин Huawei. Каждый месяц делают открытие, шарики цепляют и таким образом заманивают людей. В общем, сейчас заедем домой и поедем дальше гулять. На этом все. Дальше, до следующих видео. Всем пока.